Сможет ли помадный маньяк определить свою помаду? Я не могу назвать это помадой больше. Это лепешка, которая от нее осталась. Ну это извращение, конечно. Зачем ты его так убила? Я считаю, что это полнейшее издевательство над косметикой. За что? Рин? Нет. Рина? Нет. Всем привет! Настало время годного контента на ютубе. А впрочем, ничего нового. И сегодня на моем канале человек, которого вы звали с самого первого выпуска «Угадай Лиса Сай». Я пришел. Вы очень сильно ее хотели. Я не знаю, мне кажется, вы никого так сильно в своей жизни не хотели, как ее, а она очень сильно сюда не хотела, потому что переживала за свою косметику. Я люблю косметику свою. Пока я стояла в отдельной комнате и ломала косметику, она просто вскрывалась постоянно, ходила туда-сюда, постоянно ко мне заходила, потому что ей очень хотелось понимать, что происходит, она прям нервничает, и даже сейчас по ней заметно, что она очень переживает. Сегодня я буду терять свою косметику. Что ж, Рина, я напомню тебе правила игры, и вам одновременно тоже. Перед тобой сейчас будет 3 разложенные косметики, которые будут выглядеть примерно вот так. И среди вот этой вот пудры, которую ты здесь видишь, ты должна будешь определить свою косметику. Начиная с этого выпуска, у блогера не будет никакого доступа к тому, чтобы смотреть на свою палетку. То есть все только по памяти, все только по памяти. И если ты свою косметику не угадываешь, мы твою косметику уничтожаем. Будет бронзер. Здесь 3 бронзера, один из них принадлежит Рине. Сможет ли она отличить свой бронзер или нам придется его очень изощренным методом уничтожить? Не надейся. Вот это больше похоже вообще на румяна. Вот это вот больше похоже на пудру, но вот это как бы бронзер. И я думаю, что это мой бронзер. Я его использую только для загорелой кожи. Прям для совсем загорелой. Когда вот знаете, типа как курочка поджарилась. Это мой бронзер. И подожди. Подожди. Подожди, что-то... Вот это точно не он, это вообще на румяна похоже. Ну да, это вот, вот это мой бронзер. Только он какой-то слишком мягкий. Я готова ответить, да, это мой бронзер. И ты угадала! Ирина совершенно правильно угадала, что здесь были румяна, вот они. Здесь был бронзер более светлого оттенка, вот этот, который точно не подходит для загорелой кожи. И ее темный бронзер, на котором написано «Калифорния». И да, она его угадала. Я считаю, что это полнейшее издевательство над косметикой. За что? Что ты делаешь? Я пытаюсь открыть. Зачем? Я хочу посмотреть на это. У меня просто ногтей нету. Вот, можете тоже посмотреть на это, вот и так можете вот это тоже выглядит. Поплакать. Кого? Я проиграла, даже выиграла. Ну ты можешь взять теперь 2 моих бронзера, теперь они тоже принадлежат тебе. И они тоже поломаны. В этом раунде Рине предстоит угадать свой хайлайтер, а сияшечку, которая находится в полностью разложенном состоянии. Чего ты так много? Твои хайлайтеры. И сейчас ты должна будешь их угадать. Но я уверена, что ты их не угадаешь, потому что я выбрала тот хайлайтер, которым ты пользуешься очень мало из той палетки. Поэтому я думаю, что ты даже не понимаешь, какой у него оттенок, и судя по твоему растерянному лицу, это именно так. Ну, значит, вот это вот. Ты мне сама подсказала. Оттенок, которым я пользуюсь меньше всего, он розовый. Ненавижу розовые хайлайтеры. Да, это он. А, то есть ты уверена в этом на 100%? Подожди, ну вот это точно нет? Вот это точно нет? Ой, подожди. Это тоже розовый какой-то. Дэм! Угадает или сосает?
Ваши ставки, господа. Если ты меня не обманываешь, и ты реально взяла тот, которым я меньше всего пользуюсь, это розовый. Черт. Блин, я была уверена, что я стопудово угадаю. Погоди. Так. Ну вот это, ну это прям нет. Точно нет. Прям стопудово. Вот это вот белый и вот это вот розовый. Я выбираю вот этот все-таки, который я первоначально подумала. Это твой? Да. Это твой хайлайтер? Да. Ну что ж, давай узнаем, какой из них твой. Итак, это был хайлайтер Beauty Bomb. О, нет. Это был хайлайтер Beauty Bomb. И этот самый темный был твой хайлайтер, Акасияшечка! Зачем ты его так убила? Я не могу на это смотреть. Лиса, ты просто извращенка какая-то. Ты что такое? Извини, Рина, но твою эту косметику мы уничтожим до конца. И уничтожение будешь выбирать ей сама ты. Прости меня, хайлайтер эссенс. Ну ты извращенка. Хватит плакать на тему своего хайлайтера, ведь плакать ты будешь дальше, когда вытащишь ему наказание. Ну, тащи. Лиса? Покажи. На ее бумажке написано «Лиса». И знаешь, что это значит? Это значит, что теперь судьба твоего хайлайтера в моих руках, в прямом смысле этого слова, потому что бумажку, которую я сейчас вытащу, определит судьбу твоего хайлайтера. Молись, там есть не только плохие. А, там есть хорошие? Да. Да ты его уже испортила, чё молись-то? Открывай. Ему уже плохо, там вот прям дырка в середине. Он уже в наказании. Там смерть. Я вижу смерть. Я предчувствую, что там чё хорошего. О, ты выбрала одно из самых ужасных заданий. Точнее, я выбрала для тебя одно из самых ужасных заданий. Что такое ТЦ? Ты идешь вместе со своим хайлайтером в торговый центр, на него наклеиваешь записочку и оставляешь его в самом видном месте. И палишь, когда кто-то заберет твой хайлайтер. Забрать его человек должен обязательно, поэтому сколько бы ты ни сидел в торговом центре, но ты должна будешь это сделать. Спасите, помогите. Максимально тупое задание при самоизоляции, когда особо нежелательно ходить в торговый центр. Я решила оставить у подъезда, и я не знаю, сколько я буду ждать, пока кто-то заберет эту палетку. Но я очень сильно попрошу в записочке, так что поехали. Пойдем оставлять. Шел третий час у окна. Палетка все еще на месте. Ну кто-нибудь, ну пожалуйста. А людей-то на улице нету. А, спасите, помогите. Кто-то идет. Жертва обнаружена. Давай, посмотри. Ну почему ты проходишь мимо? Верни. Остановись! Итак, маленькая девочка, ты же увидишь, ты же посмотришь. Давай, ты сможешь. Ну нет! Вернись! Так, может быть, он обратит внимание. Давай. О! Проходи мимо! Вы видите уже ненависть, да, в моих глазах? А в этом раунде Рине предстоит узнать свою помаду. Я без понятия, как ты будешь это делать. Просто понимаете, да, где-то вот здесь моя помада. Вы посмотрите, что она с ней сделала. Тут нет выигрышного варианта. Тут нельзя выиграть. Ты осторожно, так капнешь еще на себя. Я все. Thank you.
Итак, Рина, что же из этого твоя помада? Да я знаю, что из этого моя помада. Сможет ли помадный маньяк определить свою помаду? Я не могу назвать это помадой больше. Это лепешка, которая от нее осталась. Вот это моя помада. Так быстро? Да. Ты его на 100% в этом уверена? Да, потому что, ну, я знаю цвет. Это мой любимый цвет помады. Это слишком темно. Я их тоже очень люблю. Но они слишком более коричневые. Вот это вот более розовый. А вот это именно такой малиново-вишневый. Это моя помада. Стопудово. Прям 200%. Я уверена. Ребята, как вы думаете, Ирина угадала свою помаду? Конечно, или только что сделала сосай? Что ж, Ирина, давай посмотрим вместе, твоя ли это помада? Давай. Помада номер один. Средняя. Помада номер два. Не твоя. И твоя помада была с более розовым батоном, то есть вот это. Ирина не угадала свою помаду. Помадный маньяк не угадал свою помаду. Помадный маньяк не угадал свою помаду. Вот ее помадка. Пока. Рин? Нет. Рина? Нет. Несмотря на то, что это косметика, которую я меньше всего использую, несмотря на то, что это недорогая косметика, я выбрала самую недорогую. Я ее все равно люблю. Ой, ты так красиво срезала, даже не испортила. Да, только мы будем ее уничтожать. Я была уверена, что, знаете, она может не угадать что угодно, но помаду свою она отгадать должна была, просто обязана, но... Я в шоке. Давай, показывай, что же тебе выпало. Я знаю, что это! Моя помада остается со мной. Да? Да, моя помада остается со мной. Это Глори Мешок! Глори Мешок! Ты вытащила Глори Мешок! Что такое Глори Мешок? Глори Мешок – это подарочный набор косметики. Ты запускаешь туда свою руку, и все, что ты вытащишь, все твое. Да. Ну нифига ты себе повытаскивала туда. Что, менструальный чаша? Это желе. Но ты можешь использовать его не по назначению. Ведь ты как я, ведь ты как я, а я как ты, а я как ты. Мы как две капельки воды. Ты что за желе в менструальных чашах? 100 способов неоднозначно использовать желе челлендж. Смотрите, две помады. Три помады, еще блеск. Блеск это не помада, будем честны. Ой, ну все, я рада, довольна. И моя помада со мной остается, правильно? Именно так. Скажи спасибо Глори Мешку. Спасибо Глори Мешок. Глори Мешок. Знаю, что вам больше всего нравятся раунды, где крушатся палетки. Поэтому я очень сильно озадачилась сделать так, чтобы взять оттенки, которые максимально похожи. Я вам честно скажу, даже я без своей маленькой шпаргалки не угадаю, какой оттенок где. Поэтому как будет угадывать сейчас свои тени Рина, ну я не знаю. Очень красивые тени. Тогда ладно, не это. Значит, не это. Вот это. Во. То есть ты думаешь, это твои тени? Да, пусть будут мои. Ну что ж, давайте с вами рассмотрим палетка Рины, которая ей очень нужна и которую ей очень жалко. Выглядит так. Очень-очень. И эта палетка... Та-дам! Мы будем ее давить? Я не знаю, ты сейчас сама выберешь ей наказание. Я смотрю, Рине сегодня очень понравилось тащить наказание себе из этой штуки. По-моему, ни один блогер, который был тут до тебя, так часто не окунал свою руку сюда. Серьезно? Тебе бы стоило призадуматься о своем имидже и статусе. Задача Рины. Она берет свою замечательную палетку, которая ей была очень сильно нужна, подходит на улицу к рандомным людям и пытается им это продать. Так что, Рина, лучше бы ты повнимательнее отнеслась к этому заданию. Придется тебе проявить себя в качестве торгаша. Пытаюсь продать палетку в условиях карантина.
Кто-нибудь, купите палетку! Кто-нибудь, пожалуйста! Я надеюсь, вам понравилось прошлое задание, потому что мне очень. Раз, два, три. Рина принесла свои тени. Я, в свою очередь, тоже принесла свои вот такого плана кремовые тени. Угадаешь? Да, вот эти. А видишь, как оказывается, девчонка там может играть. А с самого начала хи-хи-ха-ха-хи-ха. Ну, я просто хотела, чтобы интереснее было видео на самом-то деле. Ну, честно. А, то есть ты на самом деле все знала, но специально подыгрывала? Да, ну, все знала, все знала. Нет, ну вот это реально, я использую тени как подложку, вот это как подложка, ну вообще не подойдет, так что. И ты совершенно права. В этом раунде, хоть он и был очень быстрый, ты угадала свои тени, поэтому они останутся при тебе. Возвращай мой имидж обратно, пожалуйста. А давай, куда ты понесла? Ты мне эти-то отдавай. Я-то правила знаю. Пошла куда-то. Что это за тени, кстати? Это детские помады. В следующем раунде Рине предстоит узнать, где же находятся ее кремовые румяна, которые вот в такой пипеточке были, а где же мои. На самом деле это задание было очень сложным для меня, потому что у меня были только одни текучие румяна, они выглядят вот так, другие же мне пришлось мешать тональный крем с тенями. Так что если ты сейчас не отгадаешь румяна и перепутаешь их с крем с тенями, я не знаю, что тебе сказать, просто не знаю. Точно тон, я вижу там разводы тона. Это точно не мои румяна. Вот это тоже. Это мои румяна. Это твои румяна? Да. Это твой окончательный ответ? Да. Ну что ж, давай проверим, твои это румяна или нет. Подожди, подожди. Подчек, на всякий случай. Да, это мои румяна. А третий ты не хочешь проверить? Твой вердикт мы уже поняли, но все-таки проверь. Ну ладно, но я вижу, что тут разводы тона. Ты его не до конца размешала. Нет, это не мои румяна. Я просто ими каждый день пользуюсь, поэтому... И ты совершенно права. Что сказать? Ты забираешь в этом раунде мои румяна. Забирай мои румяна, и в том числе еще тональник. Я тебе потом еще от них тени дам, чтобы ты тоже могла намешивать себе такое. О, я так мечтала об этом тональнике. У-ху. Простите. Что ж, всем спасибо за просмотр и всем пока-пока. Не забудьте написать, какого года. А что, зачем прощаться? Зачем прощаться? Я не хочу с вами прощаться. Ладно, оставайся. Приходите ко мне на канал.